И предлагаю вот такой шикарный юмористический. Я надеюсь, вы просто... Давай. Карты такие непредсказуемые, они надо как скажут. Это будет у нас последний. Да. Давай. Душа Гитлера переродилась в Лукашенко. В Лукашенко? Да, то есть имеется в виду, в Лукашенко есть... Это в смысле из-за усовый или что? Ну, наверное, из-за того, что он такой радикальный. Так вот, действительно ли в Лукашенко есть душа Гитлера? Вот так, или часть души Гитлера? Абсолютно, друзья. Абсолютно, абсолютно, да, абсолютно, абсолютно нет. Абсолютно нет, карты говорят. Ну, нету. Наверное, все-таки Лукашенко где-то свои вот гены белорусские откуда-то с другой стороны брал. То есть, угу. Отвечу, что нет. Не знаю, веселый ответ получился или нет. Ну, как по мне, это весело. Люди придумывают все, что угодно.